Чувашия – это моя республика. Чувашию называют кузницей молодых кадров для химической и фармацевтической промышленности страны. Ценятся наши выпускники и за рубежом. Люди – наше главное богатство. И я уверен, что уже в ближайшие 5 лет республика выйдет в лидеры научного и промышленного производства. В нашем университете сейчас учится много талантливых молодых людей. И, возможно, в недалеком будущем кто-то из них станет Нобелевским лауреатом. Верю в нашу молодежь, верю в нашу науку, верю в Чувашию. Чувашия – это моя республика.